Всем привет-привет солнечного острова Кипр. Добро пожаловать на наш канал. И напомню, зовут меня Екатерина. Как я уже рассказывала, мы на все пасхальные каникулы с детьми уехали в Протарас на виллу. И все эти две недели показывали, как можно отдохнуть во время локдауна в Протарасе, арендуя виллу и выходя на улицу из дома только один раз в день по СМС на 3 часа. Несмотря на все ограничения, я считаю, что каникулы у детей получились просто супер замечательными, великолепными, очень веселыми. И мы жили своей компанией, с детьми, с друзьями детей. И, в общем, все получилось очень-очень здорово. У нас был свой бассейн, дети купались, отдыхали, загорали, на море купались. В общем, мы все это показывали, и даже немножко удалось попутешествовать. На Кава Грека, например, мы ездили, по центру Протараса мы гуляли, Пасху отмечали тоже здесь. И обо всем об этом у нас есть видео, ссылку на видео оставлю в описании. И сейчас уже наш отдых подходит к концу. Близится 10 мая, это первый день открытия школы после пасхальных каникул. И нам сегодня объявили, что школы действительно откроют, что не будет онлайн-обучения, как планировалось, что мы 10 мая пойдем в понедельник в школу. Вообще у нас очень много новостей сегодня, и сейчас я немножко покажу, как прошел наш один из последних дней на море. Мы ездили на пляж любимый Конас Бэй. И потом расскажу о новостях, которые нам объявило правительство сегодня. Клубничка в мае, она еще есть. Это мы когда начали есть клубнику? В декабре? Угу. В декабре, в январе, в феврале очень хороший сезон клубники. И сейчас еще май, и дети по-прежнему клубничку еще едят. Андрей, ты вообще всем. И мы приехали на наш любимый пляж Конас Бэй. Уже не раз снимали здесь видео, но уж больно он мне нравится. В Ларнаке, конечно, нет такого цвета воды. И песочек более темный, там я уже напомню, говорила. Но напомню еще раз, вулканическая порода песка. И в Ларнаке вода не такого красивого цвета. Здесь, конечно, просто наслаждение. Во-первых, на пляже Конас Бэй абсолютно пологое дно. И мягкий песочек, прозрачная вода, никаких камней не встречается. И, в общем, просто потрясающе, можно понырять, покупаться и плыть очень-очень далеко. И все равно будет видно дно. Ну и, конечно, вокруг окружают горы. Совершенно потрясающий вид с воды на пляж. Такая бухточка. Очень и очень ее люблю. Здесь уже стоят шезлонги. За шезлонги, кстати, деньги пока еще не берут, потому что официально не разрешено загорать. Но шезлонги, тем не менее, стоят. Туристы все загорают. И все это на данный момент бесплатно. Что касается вот водных видов спорта и развлечений. Потихонечку уже выставляют ватрушки. Вот вы видите, вот розовые вдалеке. Скутер можно взять уже на прокат. То есть пока еще не все выставлено, но потихоньку начинает работу водный спорт на пляже Конас Бэй. Также здесь уже работает кафе. Если раньше оно работало только по выходным, открывалось, то сейчас работает оно каждый день. Мы обратили на это внимание. Правда, можно взять еду и напитки на вынос. То есть в кафе купить и пойти на пляж спокойно съесть мороженое, как это делают мои дети. Отвечу также на вопрос подписчиков о том, теплая ли сейчас вода на Кипре. По градусам в Протарасе сегодня было 20,8 градусов по Цельсию. По ощущениям, да, она прохладная, но ноги не сводят, дети вот купаются уже полчаса и все счастливы. По мне, так очень хорошо освежиться в прохладной воде после жаркого кипрского солнца. Все девчонки опять поедают мороженое. Вкусное? Вот жизнь у вас на каникулах, девочки. Классно, да? Все, каникулы скоро заканчиваются. А для вас только начинается. Да, конечно, все. Через пару дней уже начнется школа. Вы готовы вообще к школе? Не соскучились, что ли? Да.
Я вот очень соскучилась по школе. А, то есть ты нас не любишь, да? Нет, я вас очень люблю, но по школе соскучилась. Класс, последние денечки мы можем просто релаксировать на пляже. И скоро начнутся рабочие будни. Хотите фокус? Тут есть вода. Покажи нам воду. Да, целое ведро воды. А вода там еще есть. Молодец. Магия! А я могу с этим. Осторожно. Только друг от друга подальше. Ой! Арина, отойди подальше. Ну, чуть-чуть, да. Вот это было. Быстрее надо, Саш, чтобы не проливалось. С девочками остались одни вечером. И мы будем сегодня и делать пиццу. Нет, сыр вкусный. И сверху все это посыпем сыром. Арина, тут уже по слою есть колбаски. Давай хотя бы вот так сделаем. У меня еще только... Ну, я хочу так. И сверху сыром. Помидорки положим туда? Нет, я не буду. А я люблю помидорки. А я не хочу. Что? Моя пицца готова. А сыром сверху? Она вкусная будет? Конечно. Сыра можно много сыпать. Сыра много не бывает. Вот этот точно вкуснее, чем этот. Давайте, кладите еще сыра. Все, пицца у меня готова. И в духовку тогда кладем. Саш, наоборот. Нет, все правильно, а твой немножко ниже идет. А он заезжает там на такую. Тебе одну пиццу мне. А со мной кто-нибудь поделится? Да, я. А можно обе? Я обе пиццы попробую, ладно? Ну только ты на мою, ты когда отрежешь, на мою поставишь помидорку, потому что я не люблю с помидорами. Хорошо, я отрежу и поставлю помидорку. Спасибо. Приготовилась? Сашулька, неси свою. Вау, молодцы, девчонки. Давай разрежу я, а еще тарелочки возьмите и будем кушать. Можно я сама разрежу? Можно. Это мне тарелочка, да? Да. Пустая. Не, Саша, вы из этой прям будете? Что? Вы, прям отсюда будем. Вы со мной поделитесь просто? Девочки, а руки помыли? Да. Ну что, приятного аппетита? Приятного. Вот так тихо и спокойно прошел наш сегодняшний день и вечер. И девочки приготовили пиццу. В общем, все счастливы и довольны остались. И немножко расскажу о новостях. Самая главная новость на сегодняшний день, что с 10 мая отменят СМС-сообщение. То есть у нас не будет ограничения на выход из дома. А также комендантский час будет начинаться уже не с 9 вечера, а с 11 часов вечера и продлится до 5 часов утра. По-прежнему остается передвижение во время комендантского часа только по справке с места работы, то есть это экстренно, или больница, ветеринарная клиника или аптека. Но комендантский час это окей. А самое главное, что не будет смс-сообщений. Также 10 мая начинают работать школы и все дополнительные занятия, в
том же режиме, который были до последнего локдауна, то есть в апреле месяце. Ограниченное количество детей на занятиях, но, по крайней мере, они работают. Также с 10 мая возобновят свою работу кафе и рестораны на открытых площадках, то есть под открытым воздухом. Единственное, что сейчас на Кипре вводят некий документ новый, называется «Корона-пас». То есть во все общественные места нужно будет предъявить этот документ «Корона-пас». Изначально это будет документ бумажный, но сейчас на Кипре идет разработка приложения «Корона-пас». И дальше нужно будет сканировать штрих-код при посещении, например, кафе и ресторана. На данный момент говорят, что в продуктовые магазины не нужно будет коронапас иметь, а также в парикмахерские, салоны красоты, что можно пока обойтись без коронапаса. Но в моллы, в кинотеатры, концертные залы, театры, даже под открытым небом, на стадион, в общем, в церкви, в общем, там, где есть скопление народа, нужно будет обязательно предъявлять коронапас. Как получить этот коронапас, пока я, честно говоря, не очень понимаю. Но говорят, что либо нужно сделать прививку, хотя бы первую дозу, и после нее должно пройти 21 день. А второй вариант – это если вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, либо делать рапид-тест каждые 72 часа. Посмотрим, видимо, придется записываться на прививку, потому что одежду детям покупать нужно, а в моллы нужно будет предъявлять коронапас. Что касается информации для туристов, нам обещали, что с 10 мая туристы, которые имеют вакцину, будут прилетать на остров и не сдавать тесты в аэропорту, то есть совершенно беспрепятственно приезжать и отдыхать. Все остальные ограничения остаются такие же, как у местных жителей. То есть СМС на выход сейчас отменили у всех, но комендантский час с 23 часов до 5 утра он продолжает действовать. Что касается невакцинированных туристов, конечно, они тоже могут приехать на Кипр, но я так понимаю, что если вы приезжаете без вакцины, без прививки, то нужно будет по-прежнему сдавать ПЦР-тесты по прилету. Ограничений по передвижению по острову, опять же таки, никаких нет, остается комендантский час. Единственное, что непонятно, это посещение, например, кафе и ресторанов. Местные жители должны иметь данный документ «Корона-пас» для посещения ресторанов и кафе. И если нет вакцины, и вы не переболели коронавирусом, то есть нет этого документа о болезни, то нужно сдавать для местных жителей рапид-тест, экспресс-тест каждые 72 часа. Как это будет проверяться у туристов, честно говоря, не знаю. В любом случае сказали, что владельцы кафе и ресторанов не имеют права проверять данный документ, но полиция и специальные назначенные инспектора будут проверять наличие данных документов и в кафе, и в ресторанах. То есть, возможно, это будут какие-то экстра-проверки, приходить в рестораны и проверять документы у посетителей. Посмотрим, как это будет выглядеть. На данный момент только вот нам сообщили данную информацию. Посмотрим, как это все будет реализовано. И в любом случае мы будем следить за новостями, смотреть, как это происходит, уточнять информацию и сообщать ее на нашем канале. Спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. И до новых встреч. Всем пока-пока.